В среду днем караулы тушили небольшую гостиницу, расположенную в поселке имени Горького. Пожар случился в котельной, расположенной в пристройке на первом этаже. Клубы дыма, вырывающиеся на улицу, заметил вовсе не персонал мини-отеля, а жилец дома, стоящего по соседству. Запах дыма почувствовали и постояльцы. Мужчина, снимавший номер на втором этаже, бросился тушить пожар своими силами. Остальных гостей, а их, к слову, было всего трое, эвакуировали прибывшие на вызов пожарные. Ну, запах, что вот. Ну, проводка горела или да, что запах? Да, на проводке. Только у нас проводка горит, больше ничего. Действия ваши дальше что вы делаете? А что, пожарные вызвали, приехали. Ну, с вами пытались тушить? Да. Как? С водой. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Ликвидировать огонь отважный постоялец пытался из бутылей привозной воды. Израсходовал два. Главным было продержаться до приезда расчетов. Котел, который обеспечивает гостиницу теплом, работает на жидком горючем. И дизельное топливо вполне могло вспыхнуть. Его небольшой запас хранился в этой же пристройке. Удар по бизнесу получился тройным. Из-за выгорания щитка здание оказалось обесточено. Без электричества не будет тепла, котел потребляет энергию. Кроме этого, оказалась нарушена система циркуляции. Из-за жара лопнули пластиковые трубы. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. С места происшествия Анна Карпова и Павел Рогатин.